Удачная находочка. Нашел телефончик. Ничего, так покататься можно. Много чего найдешь. Потом разберемся, кому принадлежит. Ну что, тут кто-то звонил сейчас на потерянный телефон. Сейчас будем искать хозяина, возвращать. Потому что, ну, я такими делами не занимаюсь. Да и ни к чему. А хозяин рад будет. Сейчас перезвоним. К сожалению. Будем ждать следующего звонка. Ну, упал хорошо, видать. Не знаю, либо на велосипеде, либо на мотоцикле человек ехал. Он так хорошо грохнулся у него. И защита не помогла даже. А может быть, он и до этого уже такой ушатанный был. Но, во всяком случае, интересно. Как говорится, будем посмотреть. Тоже у нас такой тут как это правильно сказать-то, короче, растеряша. Ну, поехали дальше. Первый видосик, и уже сразу экшен. Нашел телефон. Вот это удача. Интересно, с чем эта история закончится.
Ja, hallo? Hallo, Sie haben das Handy gefunden. Oh, der Chef hat sein Handy aufs Dach gelegt und verloren. Wo sind Sie bitte? Ich habe den auf der Straße gefunden. Da bei Poco. Ah, ich stehe jetzt auf der Brücke hier vor dem Fischereihafen. Wo sind Sie? Ich kann vorbeikommen. Haben Sie ein Auto? Nee, ich bin mit Motorrad unterwegs. Mit Motorrad? Ja. Ja, bitte. Im Fischereihafen. Ну вот, дорогие друзья. Нашелся хозяин. Женщина какая-то позвонила. Ну, поедем. Поищем ее. Она тут недалеко. Вернем ей телефончик. Ich bedanke mich nicht nur. Brauchen Sie nicht. Alles gut. Brauchen alles gut. Sie nicht. Das wäre 4 Euro gewesen. Wirklich brauchen Super. Sie nicht. Nein, alles in Ordnung. Schönen Dank. Vielen Dank. Würde ich sowieso zurückgeben, weil. Ja, ich war schon am Suchen, alles gut. Nee, ich war unterwegs, er hat mehrmals geklingelt, aber ich hatte immer nicht geschafft. Ja, gut, ja, das ist, ne? Ich habe jetzt gebremst und dann habe ich das noch erwischt. Ja, schön. Also, vielen Dank. Alles klar, kein Problem, kein Problem. Ja. Schönen Dank. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss. Так вот, ребята, что этот телефон для меня, да, стоил бы? Ничего ровным счетом. А так 100 евро дяденька подарил. Вот вам и экшен. Так что не стоит брать чужое никогда. Возвращайте все владельцу, он будет намного счастлив. Правда, не ждите за это никогда 100 евро. Не факт, что каждый так даст. Вообще-то я ничего не ждал. Но вот так вот бывает в жизни. Ну, поехали. Вот так открылся сезон 2019 года. Заканчиваются наши сегодняшние покатушки. Я думаю, всем было интересно. Мне самому сегодняшний день был очень интересным и удачным. Так что до следующего выпуска. Всем пока.